Эти ребята получили приглашение на торжественную встречу с главой Химок по очень важному поводу. Каждому из них Дмитрий Волошин лично вручил ключи от новых квартир. Мы свое слово держали до Нового года, все дети обеспечены. И не просто, а на самом высочайшем уровне. Муниципальное жилье подросткам-сиротам предоставили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Жилище». Для детей, оставшихся без попечения родителей, это важная поддержка на всю будущую жизнь. Анна Лебедева получила квартиру в Сходне. Мне понравилась квартира, но там было без ремонта, но вот с ремонтом сейчас полностью не видела квартиру, вот должна увидеть ее. До сих пор не могу поверить, что получила квартиру и смогу скоро в ней спокойно жить, дальше будет семья, но первым делом это учеба, конечно же. После официальной встречи в администрации девушка отправилась осматривать свой новый дом. Оказалось, в 30-метровой квартире уже есть все, что нужно для жизни. Укомплектованная кухня, диван, кровать, вся необходимая бытовая техника. Администрация позаботилась даже о таких мелочах, как тапочки, гигиенические принадлежности и полотенца. В этот раз в Химках ключи вручили 10 детям-сиротам. В следующем году планируют расселить еще 14 подростков.